Жил да был безработный гость. Он годами с гордостью выполнял свои обязанности, пока однажды его их не лишили. Он был уверен, что кто-нибудь заметит его и вернет его обратно к работе, но никто не замечал. Надежда обернулась отчаянием. Наконец он решил, что не будет больше незамеченным. Позаботьтесь, пока это всего лишь гвоздь, а не травма. Кто-нибудь, позовите помощь. Работайте безопасно. Всю жизнь.